Я так рада, что у нас совпадают взгляды с Луиджи Данелли именно в отношении того, как предлагать ювелирные изделия. Луиджи не предлагает вам отдельно цепь, отдельно кольцо или серьги. Он предлагает вам готовые гарнитуры. Именно поэтому в цепочке под названием «Любовь позолоченная» Луиджи создал специально для запястья наших прекрасных русских красавиц еще и браслет «Любовь». Браслет тоже позолоченный. Вы можете плетение называть «Love», вы можете называть его аморы на итальянский, допустим, мотив. Ну, а по-русски это плетение называется «Любовь». Красота неземная, согласитесь. Этот браслет решает огромное количество задач. Дело в том, что я, например, люблю, когда запястье украшено насыщенно и богато. Для этого ношу несколько браслетов. Обратите, пожалуйста, внимание, что этот браслет вы можете носить в единственном экземпляре. Он уже смотрится ярко, сочно, нарядно и заметно. Идеально соответствует цепочке «Любовь позолоченная». Знаете что? Я вижу, наши постоянные телезрительницы очень и очень проницательны и действительно действуют очень грамотно. Мне подсказывают, что еще до того, как я даже успела намекнуть вам, что у нас есть браслет, вы заказывали, наши милые постоянные телезрительницы, сразу же к цепочке браслет. То есть вы перехватили ювелирную инициативу в свои нежные женские руки, поступили абсолютно правильно. У нас ширина, сейчас я вам покажу, подвину к цепочке, идентичная с цепи. Вы видите? Кстати, такое бывает нечасто. Если вы внимательно изучаете ювелирные изделия, как правило, браслет все-таки уже. Здесь все просто иголочки. Очень гармоничное сочетание, все идеально подходит. И что мне особенно нравится в такой ширине, мне нравится тот факт, что здесь у нас прорисовывается каждое звено. То есть достаточно сложное, вот если всмотреться, непростое, согласитесь, плетение Love. Оно не является одним из классических, оно является фантазийным, к этому разряду плетения относится. И только при таком размере вы можете рассмотреть каждое сердечко и понять, почему же это плетение называется «Любовь». Здесь действительно вереница золотых сердечек, сотканных воедино для того, чтобы украсить вашу зону декольте, если речь идет о цепи, ваше нежное запястье, если речь идет о браслете. Кстати, если обратить внимание на различные опросы мужского общественного мнения, то запястье называют мужчины одной из самых сексуальных частей женского тела. Дорогие женщины, украшайте свои запястья. Увы, 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 я обращаю внимание на то, и за собой такой даже ювелирный грешок замечаю. Мы часто забываем о запястье. Повесим цепочку с подвеской, кольца, серьги, ну и как-то уже и не думаем о том, чтобы украсить себя браслетом. А вы будьте оригинальны, будьте не такой, как все. Надевайте цепь с подвеской и браслет. Вполне вероятно, что вы даже не сходите уже надевать кольца, по крайней мере, крупные перстни. Тем более, что быть оригинальным, быть не такой, как все, единственный неповторимый, возможно, с коллекцией Grande Belladonna от итальянского дизайнера Луиджи Данелли, которому мы выражаем свою благодарность и действительно уважение, и перед которым мы восхищаемся за то, что он специально для русских женщин создавал эту коллекцию.